ребята. А что мы будем сегодня делать? Игры. А в какие? Какие игры мы будем играть? Номер 10. Числа до 10 мы сегодня будем учить, Матвей? Да. А что мы еще будем делать? Рисовать. Порисуем. И расскажем ребятам, как правильно надо считать до... 10. До 10. Можно посчитать им? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Может быть, мы дадим Блейку возможность посчитать до 5, потому что он вчера учил эти цифры. А Матвей пока ждет. А Матвей пока ждет. Сначала мы считаем до 5. Какие цифры? 1. Нет, я считаю Блейка. 1. Нет, неправильно, Блейк. 1. Нет. Где цифра 1? Да. Матвей тебе помог. Покажи нам цифру 1. Покажи. Говори, какая это цифра? 1. 1 цифра. Потом следующая какая цифра после 1? 3. Нет, неправильно, Блейк. Это цифра 2 ты показываешь. Матвей, наверное, надо, чтобы Матвей помог нам найти цифру 2. Показывай нам. Это правильная цифра? Да. Это цифра 2. Спасибо, Матвей. А следующая какая цифра, Блейк? 3. Тебе 3 года, ты знаешь, что 3, да? Скажи. 3. Тебе 3 года, Блейки? А я думала, тебе 1. Потому что ты не знаешь, какая это цифра. А сколько тебе будет? 4. Сколько лет тебе будет очень скоро? 4. Матвей, можно дать возможность Блейку ответить на этот вопрос, да? Да. Блейк, посмотри на меня. Сколько тебе будет? А сколько это? 6. Ну нет, наверное, не 6. Нет, это неправда, что тебе будет 6. Блейк, смотри. Что это за цифра? Покажи мне, покажи мне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ты научился считать. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вместе и по-русски мы считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь покажи нам цифры, которые ты только что назвал. И медленнее, и садись на стул, и ты нам покажешь, какие цифры ты только что нам рассказывал. 1. Правильно, Матвей? 2. Я 3. Мак и Матвей, покажи цифру 4. 4 цифра. А может быть, нам Блейк найдет цифру 5? Покажи нам, Блейк, цифру 5. Покажи. Это не цифра 5. Давайте дадим возможность Блейку найти цифру 5. А, Матвей, спасибо, что ты помог Блейку. Отлично, я вижу цифру 5. А теперь какая следующая цифра? Кто нам скажет? Это какая цифра на русском? 6. 6. Правильно, Матвей. А кто покажет цифру 7? Блейк, может, покажет цифру 7 нам? Эта цифра не 7, Блейк. Это цифра 7, Матвей. Все правильно. Ну, давай, Блейк, показывай цифру 8. Вот она, наконец-то. А следующая какая цифра, кто знает? 0. 9. И последнюю цифру, которую мы сегодня учим, это цифра 10. Где цифра 10 у нас? Показывай, Матвей. Вот она, цифра 10. А мы будем сегодня собирать пазл? Да. Да? Ну давайте. Я думаю, что... Да, раскладывайте пазл. Матвей, я думаю, что...
Матвей, 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 не расстраивайся. Давайте поделим пазл так, чтобы Блейк смог считать до 5, а ты смог считать до 10. Ну, ты расстроился. Ну, ничего же страшного не произошло. Блейк, скажи, мы поделим пазл, да? Мы поделим пазл, Матвей. Смотри, ребята на тебя смотрят, а ты плачешь. Ну как так? One, two, three. Два поделим. А как вы будете, ребята, делить? А у меня нет. Как вы поделите? А у меня нет the same number. Как вы поделите? Сначала нужно сейчас один Блейку, не один. Давайте, Матвей. Матвей, Матвей, давайте, наверное, поделим, что до 5 цифр дадим Блейку, потому что он более маленький, да? Блейку только 3 годика. А Матвею оставим цифры более большие. Договорились? Да. Как вы думаете, будет так интересно? Да. Блейк, как ты думаешь? Да. Отлично. Да. Матвей, как это называется, птичка? Parrot. Нет. Это попугай. 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 Блейки, не будет сегодня делать цифры? Я не вижу, что ты делаешь циферки. Я делаю Блейку. Нужно найти на тупик. Ищите, ищите циферки, какие правильно соединять. И посчитаем с вами до 10. Это мои басы. Я не знаю басы вообще. Нет? О, ну давай. Три Блейка. Хорошо. Мы знаем, у тебя есть цифру 3. Есть. Блейки, а ты можешь нам рассказать, какие ты цифры складываешь, и посчитай их, пожалуйста. Можешь? На басы. Мама. Seven. Ну, я не вижу, что он Блейки собрал. Я собрал. Ты собрал какие-то цифры, но нам ничего не рассказал. Посчитай, пожалуйста. Нет, совершенно неправильно. Это не раз, два, три, четыре. Один. Нет. Найди, пожалуйста, цифру один. Блейк, найди цифру 1. 1. Правильно. 2. 2. Нет, это не 3. Блейк уже устал. Сейчас посмотрим. Матвей, наверное, нам расскажет. 9. Сейчас мы идем играть в нашу новую игру. В лягушку. Лягушка у нас будет считать до 10, да? Будет помогать нам. Ну-ка, пойдемте. Наша новая игра вот такая вот лягушка. Лягушка будет, наверное, взвешивать цифры. И мы, наверное, посмотрим, как в эту игру играть. Расскажите мне. Вот, смотрите. У нас есть вот цифра 2. Мы ставим с одной стороны цифру 2, номер. И из лягушек с другой стороны. А, у нас есть маленькие лягушатки. Ой, давайте найдем маленьких лягушаток и посчитаем. И поставим их на весы и посмотрим, как играть в эту игру. Давайте. Саша сейчас нам достанет маленьких лягушаток. Вот лягушки. Кто будет первый? Кто будет? Давай, Матвей будет первый. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Матвей, я думаю, найди цифру, которую ты хочешь поставить на весы. Найди цифру. Цифру 10 Матвей выбрал. Поставь на весы на одну сторону. Отлично. И теперь поставь столько же маленьких лягушечек на другую сторону. И посмотрим, как... Это ты положил одну лягушечку. Два. 3. Считай 4.
Пять. Блейк, подожди, сейчас и ты будешь. Да, сейчас и ты будешь. Вот, Матфейка сначала. Шесть. Семь. Восемь. Блейк, дай, пожалуйста, мать. Восемь. Смотри, надо. Девять. Смотри, у нас весы ровные. Десять. Посмотри, Матвей, у тебя получается, поставь цифру 10, чтобы было ее видно. У нас получается цифра 10. А разве это цифра 10? Смотри, здесь больше, чем 10 лягушек. Ты еще положил лягушку? Матвей, отодвинься, пожалуйста, я ничего не вижу. А, вот теперь лягушка ровная. Да. Теперь, значит... Цифра 10 означает много маленьких лягушек, а их ровно 10, правда? Вот столько у нас есть. Отлично! Цифра Матвей, покажи. 10. Цифра 10, да? Давай складывай, Блэки, пакетик, чтобы нас лягушки не потеряли, и мы смогли потом еще раз поиграться. 19-й сюрприз. О, Матвей нашел. Покажи, что ты нашел. Pink. Это твой сюрприз сегодняшний? Да. Да? Сейчас мы посмотрим, что можно сделать. Да. Может, ты подашь Саше, братику? Может, он поможет тебе разобраться с этим? Давайте. Ой, что это такое? Покажи, Блейк, у тебя что? Типа. Жираф, наверное, да? У Матвея что? Какое? А у Матвея что-то розовое. Может быть, тоже жираф? Тоже жираф! Сейчас мы поможем вам надуть. Давайте. Давайте я вам помогу. Что, Матвея? Кто это? Я. Корова это, мне кажется. Чего? Жираф? Разве? Да. Мне кажется, это корова. Смотри, она розовая. И рожки у нее оранжевые. Это знаешь, как это... Мне кажется, это как молоток. Это... Да. Вот, Саша, попробуй. Саша, быстрее надувай жирафа! Саша! Саша уже устал. Давайте мама вам поможет. Давай. Саша, получилось уже! Получилось! Давай! Сейчас будет бой между Матвеем и Блейком. Блейки, покажи, кто это у тебя? У меня мама жираф. У тебя мама жираф? Да, у меня Блейки жираф. У кого будет бой? Ну-ка. Давайте, у кого будет бой? У вас? Давай. Давайте. Как можно драться этими палками? Да. Покажите мне, как. Как рыцари. Да. Блейки. Тебе нравится этот жираф? Да. Можно на нем кататься, как на лошадке, знаете как? Нет. Да, вот так. Кто быстрее? Кто быстрее, корова или жираф? Давай. Во, побежали. Ой, убежали. Приходите еще. Приходите к вам еще в гости? Да.